мы хуярили. Он, короче, хилил стоял. Прям нормально так. Приверженец, получается. Ну, в этого вот я его сапнуть хотел, блядь, поэтому, блядь, я не знаю, почему так получилось, блядь. Ебать, у него 63 ляма хп, я хуею, блядь. А должно быть? 30. А нахуй? 33 или 34 у него должно быть. В, ну, нет, у него типа много хп, но типа больше, чем у остальных боссов. Но не, блядь, сука, в 3 раза, нахуй. Ну, у вас сейчас ДПС будет ёбнутый у всех, блядь, вы охуеете. Да, там на 100% увеличивается ДПС в луже, но не у всех. Тех, кто там в луже, хоста ДПС увеличивается, там, вы охуеете, блядь. РДДшники тут должны сейчас вливать, я ебу, блядь. Сейчас надо, короче, по ротации рассказать для хантов, для локов, для ну, как дамажить правильно. Чё, блядь, стой в луже, блядь, бей и всё. Ну, чтобы по манениям не проебались. В луже он мана бесконечная. Там просто уменьшается расход, и все. Ну, она... Я стоял, долбил вообще. Я скажу, в Аркане она вообще не заканчивается. Типа, я ебашил. Ставьте шкаф, ставьте шкаф, сумоньте Егора, сумоньте Арчи. А че вы лут не меняете? Вернулся разъебать справа. Саня, не тебе. Да? Сумоньте всех, сейчас разберемся. Арчибальд, нахуй. Арчибальд, что там у тебя? Арчибальд, блядь. Сейчас, вот тут, да? Так, Егор тут. Так, Егора присумонили, остался Арч. Сейчас Арчи 4 куска должен ебашить, нахуй, что дура. Хуйня, блядь, с 4000, а с 4000 урона, блядь. Короче, пол ляма почти надамажил манекен, на 10 тысяч надамажил. Ебать, мы тут трэш чистим, ты манекен дрочишь, ты что, ебанулся, блядь, или что? Арчибальд, нахуй, блядь. Так его не сумоним. Я хуею, блядь. Так, короче, вот эта залупа приверженец, это хил. Я сапаю звезду, Егор, значит, хуяришь покаяние. В печеньку ледяного мага гриппаем, будем бить. В этого, в пироманта, Саня, дашь, блядь, в трусы шип, хорошо? Да, сейчас. Получается, принял, ага. Черепок бьем, элементаля огненного бьем и вара вот этого бьем. Дайте это... кулак, пожалуйста, по роге. Кирилл, отверни их, чтобы они не спалили. Так они все в другую сторону стоят, смотрят, блядь, в босса, нахуй. Это не могут, блядь. Так, встаньте на позицию тех, кто контроль раздает. Я не знаю, что прикол. Столовка, вон, смотри, где Егор Телдрин стоит, видишь? Вот оттуда проще же грипнуть. Я не знаю, этот, Арсал, ты пока никого. Если что, на подстраховке, блядь, в звезду. Если сейчас они меня спалят, я не знаю, почему, блядь, нахуй. Если что, на подстраховке в звезду скинешь. Мага бьем, да, ледяного? Да, бьем череп. Поехали. Сейчас Кирилл сапнет, подождите. Работаем. Череп все заехал. Мы десятки геро на этот раз давали. У нас был такой вариант. Элементаля сразу. Сразу элементаля рядом стоит. Трусы, 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 обновить. Мой. Хорошо. Сразу можно в трусы, думаю. Сразу трусы грип сюда и пиздню. Грипаете кто там? Вара сагрели. Трусы и кливаем вара. Вара. Вара вообще не страшен. Это самый слабый среди. Там покаяние, всю остальную хуйню, проконтролировать, обновить. Все, звезду, гриб. Ну, надо какие-то станы прописать. Поехал. Он блинкануться может. Сейчас стан, да. Да, уж. Все, гриб этого следующего ебашим. Так, ебите его, я пока, блядь, метки расставлю, время не терять. Так, я сапаю. Саня, так, я сапаю звезду, Егор покаяние в печень, артстайл покаяние в ромб,
ебашим череп и вара, блядь, и элементаля. Так, если что, Саня, ты там на подстраховке шипани кого-нибудь. У Егора 20 секунд, когда скажешь, как откатиться, Егор? Рехи дай. Могу вместо Егора за покаяние дать, по кому дать? По печеньке. Ага, готов. Поехали. Я сапнул, работаем. Все, хуячим череп. На все бабки, нахуй. Улетел. Ах ты, пидовка, сука, блядь. Сразу ему похоже. Макс, я не услышал, что ты там просил. Да, ассиста я просил. А, ну я дал, да. Я же поставил. Все, элементаль, хуя. Обновляй, Саня, по рамбу. Ждали. Грипайте печеньку. Печеньку. КД. 3ДК, блядь, алло. Всех КД, блядь, понял, нахуй. Хорош, блядь. Печеньку, печеньку, печеньку бить. Горомбик сразу хуяр. Сразу по рамбу давай, да. Ебать, у магов бы так стрелы ледяные летели, нахуй. А, блин, метров на 60, нормально, блядь? Долоран сразу, нахуй. С боссом. Следующая остановочка Долоран, блядь. Звезда. Он стоит тут, где мы его... Давайте. По почкам, дайте ему сразу. Дай, блядь, не могу я в фире, нахуй. Снимите фир, блядь, что ли. Там хэк же, блядь. Понял. В 25-ке проще трэш. Да, в 25-ке вообще изи, нахуй, блядь. Жиры, у него в 10-ке на 400к хп всего меньше. И контроля тут ебическое количество, нахуй. Так, столовка, иди вот этого правого пуляй. Сейчас вот этих мобов боковых убьем, потом это... Сейчас смотри, столовка пульнет, кто-то полетит под него, блядь. Только тот, кто полетит, вот. К боссу не приближайтесь, блядь. Смотри, блядь. Полетел? О, хорош, блядь. Тут так же у одного танка. Да. Нечаянно, а у тебя сколько кусков ты? Т-8? Слухалку. Степуш. Чего он задрачивался? Три дрочится возле босса. Какой лут? Смени лут, там руду просят собрать. Какую руду? Саранитовую, блядь. Да, где она? Там. А, нихуя себе. Моба пить. Там причем, моба, блядь, можно ее ебашить без остановки, там раза два-три, блядь. Ты, блядь, нахуй рудоко получается. Там с другой стороны тоже должно быть. Так, моба доигрываем. Ну, блядь, пропало, потому что лут не поменяли. Не кливайте в мелизоне. Я предлагаю Женьку воспитательный процесс пойти. Да-да-да, это давайте же наказал. Хорэ. Ну, блядь, а меня... Продиспельте всю эту хуйню, блядь, с людей. По мне попить. Точно так же, аккуратно пуляем и все. По рейду распространил. Нечаянно, у тебя сколько кусков Т-8 есть на СВУ? Слышишь, что у меня? Ноль? Нам нужно, короче, нечаянно. Ну, значит, заряжать. Надо нечаянно заряжать. Там просто неебический такой буст. Арчибальда, блядь, зарядили. Саню надо заряжать, надо нечаянно заряжать. Эми надо... Короче, локов надо, блядь, мага, сову. Сову точно надо, потому что у меня хороший буст. Готов. А ты и так дымажишь, блядь. Чё тебе выжижать? Да я не дымажу. А сколько у тебя кусков, Женёк? Моба отлично есть, моба. Контроль, дайте по войду. Не, ну йога, я думаю, мы в хэме пробовать не будем, да, блядь? Нам бы с обычкой разобраться, блядь. А в обычке там должно быть все легко. Ну, блядь. Должно. Должно, но нихуя.
Мы когда траили, какая-то вообще вакханалия происходила. Давай, расставляй. Так, я метки расставил, короче. Смотрите, чем рофл босса. Все дамажит only в лужах, только в лужах. Если нету лужи, бьете вандами, автоатакой там, либо АФК стоит, если у вас ничего этого нет. А ману вообще не тратите. Только в луже ману надо тратить. То есть вы когда делаете перебежки, вы тоже на этих перебежках ману вообще не тратите. Только в лужах ману тратить надо. Так, а по хилам, получается, хилы у нас будут как, отдельно на рапачке бегать? В мели может быть Ладомир стоять? А 4 хила остальных? Они все могут. Смотри, надо сделать по-грамотному, блядь, например, Максим, который Келене, дает гимн, Грудя скидывает тотем. Все, подождали, блядь, все красиво. Должен заливать ману. Потом, например, дают гимн на ману Агонист, Эфарина скидывает тотем, блядь. Ну и, соответственно, там, если уже у кого-то по хилам критично, блядь, вообще по мане пиздец, нахуй, то или Алиса, или нечаянно Иннер хуярит в них. Срез, а ты когда на Шимане хилил, ты помнишь? Работало, нет? Что? Тотем регенил ману? Сказали не делать, я и не делал вообще, по мане не стоит. Вообще здесь все должно, то, что именно захиливает ману, то бишь, иннервейт, банка, блядь, вся эта хуйня, должно все работать. Если оно тут, не работает, значит неправильно нужно. Тут урон по рейду вообще по факту не идет особо, тут нет особо урона по рейду. Тут в танка урон идет. Да, но и не так много было, по крайней мере. От метки и от сокрушения идет урон. 25-ки по танку хороший урон. Ну, а сокрушение это кто ловит? Ну, а ловить вообще не надо, типа, ловить. Ну, от метки, представь, там, по 5000 в секунду. Ну, это метка, да. Ну, метка что, она раз там 30 секунд появляется, типа. Ну, вот все, кто рядом, это, считай, фулл АОЕ, ну, все будут 20 это, человек. Это, типа, такой непостоянный урон, то есть он раз... Ну, вы учитываете, у нас тут, как бы, я бы предложил раскидать шаманов по группам, они бы ставили свой хил-тотем. Потом у нас есть ШП, у нас есть паладин, у нас есть... Кто еще там дает... Кота нету, жаль, да? Кота жалко нет. Не миссия, не кота нет. Ну, у нас, смотри, в одной пати ШП есть, во второй пати ШП есть, Арчибальд есть в одной пати. У нас только во второй пати никого нету, но мы можем сделать туда, въебать туда три ретрика, чтобы они бурей хилили, и все. По факту, ну, урон только РДДшники в основном будут получать. Мирики там не особо получают урон. Без не, ну у нас должно быть и так пассивного захила до хилища. Да, сюда. Смотри. Будет. В первой пати ЕШП, в третьей, во второй пати три ретрика, в третьей пати Арчибальд, в четвертой пати ретрик, все. Шаман очень хорошо получает, когда критует. Тут здесь ресторы забиты в крит, у них этот прокает водный щит талант. Это я точно знаю, что я наблюдал эту тему. Так, ладно, что у нас на боссе? Столовка будет? Срез же, да? Это, правильно? Да, ага. Да. Так, давайте я вам объясню, как тут правильно двигаться. Смотрите, сейчас вообще на чек все тут, блин. Короче, смотрите, на этом как бы завязан весь босс. То есть, если вы неправильно двигаетесь, вы умираете, и босс не убивается. То есть, к этому серьезно отнесите. Это вся механика босса. Мы весь РДД-пак стоим тупо в черепе. Прям вот, не, ну, то есть не где-то там ровно сзади, ну, то есть, а прям вот ровно в черепе. То есть не нужно как-то вот, ну, бок там вот ходить. Тупо ровно в череп, чтобы эта лужа, ну, то есть сопля летела именно сюда, блядь, чтобы она, ну, не расползалась, блядь. То есть смотрите, босс раз там секунд 10, по-моему, он кидает эту соплю, то есть это лужа. Она кидается в рандомного РДДшника. Это могут быть мы, могут быть хилы. Хилы будут от нас стоять отдельным паком. Потому что если ты стоишь в луже, у тебя на 75%, ну, ты меньше хилишь. Хилы не должны стоять в луже, только РДДшники должны стоять в луже. Мы как лучше делаем? Под босса поставить. Чё, говорит? Можно добавить, надо одного ответственного хила поставить в сторону. Остальные хилы пусть в мили стоят, куда не летит. Кто будет ману сначала просаживать? Они же будут поочередно ману просаживать, я думаю. Или мы так не будем делать? Я хуй знает просто. Разницы нет. Тогда просто пусть они своей отдельной пачкой бегают, я хуй знает. Или один... Да нет, ну давайте не так. Смотри, давай пускай. Хилы стоят точно так же в черепе, просто хилы выходят налево, все остальные выходят направо, блядь. Не-не-не.
Не, они не должны в черепе. На них метка может лужа кинется, и она сместится, короче, понял? И все по пизде пойдет. Лужа один хуй сместится. Лужа один хуй сместится, забоит еще раз. Она, если мы будем стать одной пачкой, она будет смещаться минимально. А если он побежит сюда и на него кинется лужа, она, ну, ебать как сместится. Ну так вспомни, метку выносит человек, возвращается, на него кидается эта хуйня, сокрушение. Не-не-не. Там он успевает вернуться, там он типа, ладно, он ладно, стоит, ладно. Метка пропадает, вот я поставил тут нормальный рейндж, он с этого рейнджа успевает вернуться, и там все нормально. Там лужа не успеет кинуться. Сейчас после трави, если можно, скажу дополнение какое-то. Ну, я вам сейчас заранее скажу, то есть, когда вот на одного человека будет вешаться метка, она называется, сейчас скажу как, метка безликого, можете открыть, вот, ну, в этом. Там мне ДПМ будет писать, если у меня ассист остался, у меня будет хуярить на кого-то. А, там может быть одновременно, то есть и метка, и сопля, то есть лужа, одновременно, то есть на кого метка, он бежит назад, а все остальные бегут вправо, если одновременно. То есть в квадрат. А если типа, может быть как? Может быть сначала метка, через секунд 5, допустим, лужа. То есть там, ну, по-разному. То есть. А может наоборот, лужа, а потом метка. То есть. За этим нужно следить. Это уже вы сами за собой следите. Чтобы, блядь, не было, ну, анонсить это не надо. Потому что если будет анонс, может быть, ну, типа, хаос вообще, пиздец будет. То есть как мы делаем? Мы стоим одной пачкой. Если кидается эта сопля лужа, мы перебегаем все вправо. Строго. Добегаем сюда. До метки, потом обратно. Встаем также ровно в черепок. Не, ну там, ну, то есть ровно встаем, все. И дамажим босса. Дамажим только в луже. Вот мы сейчас пульнем босса, а вы с пола не дамажите. Вы, ну, то есть, ждите. РДДшники. Да, ну там с фондов, с автоатак, там ханты хуярьте. Все, ну, все остальные ФК стоят, кто не может бить. Лужа появится, там в луже на 100% увеличится. Да, лужа будете ебашить уже как хотите. То есть на кого только метка все бить? Становятся ровно в череп, блядь. Не вот так лево, не справа. И точно так же столовка, просто под ним пробегаешь, нахуй, разворачиваешь его. И мы хуярим его. То есть, на кого метка безликого в крест, все остальные, когда кидается лужа, она только вылетела, бежим вправо. Еще тут такой рофл, ДБН может перестать работать, вообще перестать, он ничего не будет анонсить. Когда моб выйдет. Да, такое может быть. Как это фиксится? Вы берете босса в фокус, у него будет, то есть, включаете цель, выбранную цель, да, то есть, у него по фокусу таргетом будет танк МТ, то есть, столовка. Когда он что-то кастует, либо лужу, либо метку, он меняет таргет, то есть, и он поворачивается. Вы можете поэтому отслеживать, что он кидает. То есть, вы стоите, вы можете тупо пялиться в фокус, и вам тут делать особо ничего не надо. Вы пялитесь в фокус, видите то, что сменился таргет, перебежали нахуй. Ну, и все, и обратно. Либо повернулся босс. То есть, вот так можно отслеживать, если ДПМ по пизде пойдет. Я лично по фокусу отслежу, мне так удобно. Так, еще момент. Срез, сдох, женек, мораль, я. Сбиваем косты по КД. Столовка тебе тут тоже касается. Лучшая планя. Еще, мы стоим, дамажим босса, из него, короче, никакого АУЕ вообще, то есть ноль АУЕ, тупо соло таргет дамаг, потому что сторонит его споры, если мы хоть одну убьем, хэ-мод проебал, нужно будет пара. Да, Старфол не надо, Арчибальд, хуячишь просто цепухой нахуй, блядь, выбросом лавы, представь, что ты в Т4, блядь. Цепуха молнии. Милики могут, пока не выйдут споры. Если споры подойдут, если в миле зоне нет спор, можете хуярить АУЕ тоже. Если в миле появилась спора, все, лужи убрали, паладины, блять, мор, про мор забыли, блять, про всю хуйню. А милики вот эти выносят там хуйня? Нет, они кто это ФК. Мы просто пиздим, блядь, стоим в соло. Короче, мы просто пиздим и сбиваем косты и не бьем споры. Все лужи будут лететь в РДД, вас не будет миликах. Мор не жмем, короче, бля, хуёво. Мор не жать, блядь, просто бьем. Если видишь саранитовую спору, блядь, рядом, про мор забыли. Лучше вообще сразу про него забудьте. Че, год рейнем, давай. Подходите, скажу. Подходите в череп. Получается, позиционка какая? Хилы стоят слева от черепа, правильно? Одного хила оставьте туда. Один. Какой-нибудь шаман. Кто крутой? Ну пусть Груди там стоит. Груди, ты, короче, стоишь у нас слева. Слева, не Груди, пьян. Это право, блядь. Груди, это квадрат, блядь. С другой стороны, нахуй. Давайте другого, он уже проебался. Блядь, я сальтухи делал. Иди ты нахуй, сальтуха, стань слева. Смотри, один вот тут где-нибудь, вот на такой РНЖ примерно один обособлен вообще, тупо один. В тебе силу уже... Вообще не хилишь, ничего не делаешь, просто стоишь пока АФК. Да, манус... Хилишь крест, кто в крест убегает, тот того хилишь. Еще такой момент, смотрите, вот мы стоим в черепе, допустим, лужа кидается в груди.
мы также стоим просто АФК, то есть, ну, не бьем ничего. Вот она, ну, да, он отходит там, подходит, то есть от лужи отойти надо будет, Тёма, и подойти потом поближе. Все, а когда лужа стоим. Полетит, назад выбегаешь, блядь? Или, сейчас мы, или в череп перебегаешь? Вот в нас по КД кидает лужи, если хоть одна лужа кинется в груди, у нас будет небольшой промежуток, когда не будет лужи. В этот момент вы тоже за маной своей следите, вы типа ману не тратите. Все, вставайте ровно в крест, я вижу, что они уже там, блядь, неровно нахуй стоите. Ровно встаньте, блядь. Так, да, слишком близко, нет? Метка нормальная, там вылезет моб, ты не помнишь то, что моб там вылазит, нужно будет его бить? Нет, все полно. Все, можно пулять. ДБМ давай там. Сейчас, блядь, не скажете, когда в меня эта хуйня полетит? Фласки все... ДБМ скажет. Все. Фласки ДДшные, пейте все. Да домашние. Пока можете не пить, там мы ждем лужу все равно. Можете пока не... Ой. Саня, красавчик. Отведи босса подальше, быстрее. А я ходачом побежу. Дальше, дальше, дальше. Веди столовкой спину. Еще. Отбежали. Вот, все уже не понимают них. А, так она близко кинулась. Кто там стоял? О, в мире кинулось. Ну что, босса прокрило с поля. Так потому что да. Отойдите это все в череп. А, волшебник, сказали же, блядь, ровно в череп. Почему ты не в череп? Все, вот только дамажить. По сути сейчас мы начинаем дамажить вообще. Вон спора вышла, никаких старфолов ни хуй. А арчи назад, а мы-то шли вправо. Он долго еще пиздец. Пошли. Метку на Редельквата поставим, можно поближе поставить. Отошли. Ловко, прожимайся под вот эту хуйню под его. Я уже. Это я, здорово. Отошли. Осмотри назад, а мы вправо. Портал надо ставить. Портал надо. Либо обратно, либо туда. Не, ну лучше выбегать быстрее, чем возвращаться. Я анонсить не буду, вы сами смотрите, пожалуйста. Спора в мили летит, забыли про лужу, мор, всю хуйню. Вихрем тоже не бить. Вот спору пиздит. Кто-то стреляет там уже в спору. Ты что, ебанулся? Не бей спору, блядь! Столовка, жмись там крепко, блядь. А я сейчас лягу, меня никто не хилит там. А чё ладомир без маны там же? Пиша, не хрягается мана, нет? Право. Столовка. А ну закиньте по Ладомиру иннер, посмотрим, регает, нет? А мы стоим. Куда вы? Это в груди. Не регает. Сейчас лужа под нами пропадет, мы никуда не уходим, стоим, ждем следующего. Все, стоп, ману не тратить, ману не тратить. Ждем лужу свою. Альву бы безвредному дать и палс моды. Я скину несу. Че, пьяный там стоит? А, блядь, пацаны, на, ладно, пока пусть так, пусть смотрит. Что страшно? Это первый трай. Прожимайте. Отошли вправо. Просто на второй фазе там будут нас от моба стаки, и вы если вы утонете, вы умрете моментально. Вас ничем не спасти, типа. Вот сейчас моб будет? А вот моб. Сейчас моб будет. Рыни босс. Сейчас свич все в моба. Герб. Отошли вправо. Встали обратно, моба ебашу. Ебать, 17 лям в моба. На пульте, на столовку. Алло, блядь. Тут не таунтится, ни мобы, ни босс. Ай, бля, ну что же вы делаете, бля? С наполом, видимо, просрают. Беги, столовка, чё ты стоишь? Беги, ЛПшкой достаешь рыджой. Давай, беги, давай, столовка. Разворачивай, босс. Тыкай ЛПшки. Отошли. А забей, падай. Сейчас уже огромный убили. Ау, Димон, на те, что ноги провалились в землю, ты не смог подбежать моба, бля, по таунте.
Не надо тут два танка, тут вот надо. Он не таунтится, ну типа. Это понятно, это... но ЛП, 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 ну, два на пулу. Да, тут два ЛП надо сдавать в него. У него там рейнджа не вкачан на ЛП, там рейнджа 20 метров, по-моему. Так моб же под ним. Он моб под ним появляется. Ну пока был под ним, он не успел, наверное. Хватит ДПС. Вот, сейчас будет, знаешь. Да хватит ДПСа, блядь. Окей, тогда просто секунд, несколько секунд мы моба не трогаем, дайте его нормально на пули. У нас только... после того, как вышел моб, еще было 7 минут до берсы, мы его убьем, нахуй. 17 лямов моб и 63 босса, ебать. Убьем, убьем. Ну, вроде как-то мы сбрили какое-то количество здоровья, нормально все. Мы его запиздим, это 100%. Ну я справился с задачей, да? Да, да. Да вообще все плюс-минус огонь. Так. Ну ничего сложного нету, просто бегайте, волшебник, раздобрись. Я единственное, слышу, я не единственное не понял, что делает вот этот крест ебучий, метка. Это метка, она, он left drain, как у Лока, тут хуйня сосалка, он хп сосет из нас, понял? А, то есть, если и мне просто стоит... там быстрину кинуть в типа и забить хуй на него. Кажется. Не, так он, смотри, там прикол в другом, а, текст, если, то есть чел с меткой стоит в рейде, и получается у этой метки есть ауе радиус, если... кто-то из ну, нашего рейда есть в этом ауе радиусе, он начинает хп сосать из нас. То есть эту метку нужно просто вынести. Это, да, а метка, как вообще, ману никак получается, да, не по регене? Никак, никак. Миша, ты пиздец никак. Просел. Не пулять раньше времени. Да, и пулять танк должен, если что, блядь. Мы вообще стоим АФК, сам танк пуляет, заходит туда, ставит его красиво, мы стоим до первой лужи АФК. Просто ну смотрите, АФК. Тотем, короче, вообще не работает шамановский. На ничего не работает. Я же говорю, ничего не работает. Как холипалы здесь хилят? Берет, кидает частицу на танка и стоит и бьет в миле желтой жагой. И бьет, и все. И еще печатку светлую включает. Да, да, и печатку светлую включает. Так и он и хилит. Да, так и хилит. Типа, больше, ну, смысл ты ману тратишь. Мана вот на этого моба понадобится. Типа... Бля, какой порт? Куда нажимать? Обвалившаяся галерея. Снизу, и бежать сюда. Типа, у нас десятки холипал соло прохилил, вот это все дерьмо. Ну как хилить нехуй. Тут бьет больше по столу. Я всю ману сливал до моба, а потом мы вдвоем хилили. Не такой уж он и соло был. Ну там, типа, много отхилило. Конечно, там, много. Это хуйня много хилит. Понятное дело, что я же старался вообще-то не сливать ману тоже. Давайте я сейчас, подождите, я про квадратик чуть-чуть передвину, потому что немножко далековато стоял. Где-то вот так, чтобы меньше бегать. Флавки там свои на ДД проверьте все. Тут тупо ДД флавки, саппорт тут не нужен. То есть, если вы, то есть смотрите, до моба, если вы лутаете эту соплю, вы не умираете. Когда выйдет моб, он у нас повешит стаки, там плюс урона типа будет от темной магии. Если вы лутаете эту соплю, все, вы труп. Это все критично. Ну, вроде не лутал никто сейчас. Ага, лутаю, вижу, волшебник там. И, блядь, ну я же говорю, вставайте ровно метку, не надо вперед, просто ровно, блядь, все, типа. Вам не нужно как-то бегать. Там далеко стоял, хилом тупо не доставали. Да, так, а что там по ДПС? Арчибальд на первом месте? Ну, бля, пиздел, нахуй, нихуя оно не апнет, бля. Хаос, да не, ну тут это босс такой с модификаторами, с этими на урон. Ну у него дотка нанесла 60 тысяч, блядь, когда... Ну это при том, что тут дамаг завышенный идет, понимаешь? А если... Бля, смотрите, я нахуй заблудился в этой залупе, блядь. Ой, блядь. Поставьте шкаф, нахуй. Кто там потерялся, блядь? Ребят, минуту био. Да. Шинюк, я тебе нахуй компас подарю, блядь. На Новый год. А не компас, а карту, это как в Гарри Поттере. В курсе там карта? Он показывает где-то. Карта Ульдуара, блядь. Ты не поверишь, у него в игре есть такая карта, она ему не сильно помогла, блин. Ну ему бумажную подарит. Кто-нибудь аддон нахуй, чтобы стрелками показывало путь, блядь. А, этот, есть же аддон, типа, до трупа, типа, стрелкой показываю. Повороты Яндекс Алису туда воткните, нахуй. С озвучкой Жириновского, блядь. Нахуй он нужен, блядь. Да куда он? Ну какой долбоёб спулил босса, блядь? Путь от них, блядь, охуенно, блядь. Держи своего петуша на привизе. Да падайте, блядь. Какой нахуй ублюдок спулил, нахуй?
Сказал же я, блин. Да ладно. Второй раз что? Уже, Саш, ничего? А все, не бейте босса, вайпнитесь нахуй, что вы хуйней занимаетесь? В чем проблема, кстати? Вот, ну, допустим, типа, убедитесь просто. Пиздец, блядь, этот, сука, 2 часа бежать до босса, занимаемся хуйней. Нахуй ты вообще в таргет, блядь, берешь? Да я тебе повторяю, что у меня пет почему-то стоял на агрессии, нахуй. Я не брал его в таргет. Ой, я это... Я горю. Пиздец, блядь. Ребята, у меня перда горит, что делать? Блять, я хуй знаю, потуши. Ауру от огня поставьте. Ведро со льдом не сильно. Какой нахуй фаер-резист? За шо хочу какать, получает? Он даже не в рейде, блять. А чё ты ему даешь? Написал, хочу так же, блять. Ну, вообще, он заслужил за вчерашнее. А что он вчера сделал? Надо было. Да это просто имба, ребята, это просто, я говорю, давай, братишка, хиль, как боженька, говорю, нажимай все свои кнопочки. Он, знаете, что начал делать? Он развернулся на меня и начал танцевать. Я в это время мы как бы собрание убивали. Ну что, так. Это развитый, блядь, или что? По-моему, это Игорь перепутал с парапой, блядь. Да там, походу, ребенок, Аля. Ну, успокойтесь. В смысле, ну как? Насколько ребенок? 3 года? 13 лет, наверное, или 14. Человек, которому мама запрещает... У него еще пата в голове. Чё-чё? А, 15, видишь? А, ну так это, блядь, то же самое, нахуй. Это как, блядь, у этого, как у Женька, блядь. Это диагноз, блядь. Женёк, тебе сколько лет? Чисто остановился Женёк, сейчас потеряется. 32, понимаю, блядь. У Женька ДТП ему можно. 32. Не, ну понятно. Женёк, где, вот тебя где только 15? Может отмазать, блядь, ну, если тебя в детстве уебала шаровая молния, в принципе. Было такое, нет, блядь? Жека не прикалывается, не тебя хейтят. Да-да. Личные хейтеры Женька, блин. Да не, Женек нормальный тип, он ДПС хоть дает. Да, конечно, нормальный тип. Женек, а тебя инопланетяне не крали, нахуй, не? Давай. Я тут недавно Телеграм скачал. Дай мне этот, добавь меня в свою группу. А, хорошо. Поверь, у нас там весело. Штанга на голову упадала в 15 лет. Кирилл, я тоже скачал, давай. Вопросов нету, блядь. Я сейчас в рейд напишу. Найдите мне в Телеграме плюсик, напишите, я вас добавлю в группу. Собака Гавай. Есть у нас собака, нас. Женёк, мне скажи, блядь, вот тебя инопланетяне не крали? Ну ты знаешь, как этот... Мы круги оставляют на кукурузных полях, ебать. То же самое, когда тебя вернули на яйце, на правом круг был, блядь, нахуй. Без вопрос, блядь. Там блядь, Кент так, ебать, пропал на 2 дня, блядь, жене говорит, блядь. Ну, блядь, я шел к тебе, меня украли инопланетяне, блядь. Я не понял, что за предъявы по беспонтовой, блядь? Да, да, так, кто ты такой, доза наркоза, это кто, блядь? А? Доза наркоза, ты про Телеграм, в смысле? Да, мне плюсик написали, кто это? Это Макс, наверное. Я не знаю, кто я, блядь, но мне надо подписать в Телеграме, чтобы я мог в группу добавить. Ну? Ну, бля, вы правда, вы там хоть как-то подбешите, а тут этот гав-гав, кто это нахуй такой, бля? Кто такой доза наркоза? Алло, блядь. Чё говоришь? Макс, доза... ты доза наркоза? Доза наркоза в Телеграме, кто подписан? Чё, будем я. Бить босса, чешо. Макс, тогда я не добавляю, не признайтесь, пошел нахуй. Макс, Пуслов. Я не знаю, я. Как, блин, тебя найти, господи, обучите это Телеграму. Это безвредный, да? Да, это я. Только не подходите, блядь, стойте подальше, без пулите сейчас опять. У меня нахуй нормально. Как пользоваться этой залупой? Потом, короче, ладно. Давайте потом.
Тём, вот сюда. Отойди еще пару шагов назад сделай. Так, проверяйте все бафы. А ауры паладины там раскидайте от всего нахуй. Огонь, тьма, блядь, там. Женек. Срез. Че? Все, столовка, блядь. Ребят, 20 секунд. Срочно. Стой. Я и не слушаю никого. У кого есть аура от Женька, блядь? У Женька. Нету, блядь, ну ладно. Женек, тогда все. Бля, на пол тикает, если что. Сейчас сразу же откатится, новый дадим. 30 секунд. А чего вы такое сменили в столовковском билде, что у него выживаемость повысилась? Сейчас скажу. Мы ему вкачали, блядь, воля мертвых, во-первых. Угу, ну это да. Во-вторых, он взял кровь вампира, которой у него не было. Во, это я написал, ни хрена сработало. Вы бы ему вот эту вот хладную броню ужаса взяли, это топ-талант считается. До, это, подожди, Александр Войт, это ты? Я сижу. Вообще сказали нахуй все таланты с уклонением, нахуй. Да и... это все за лупом. Может мы поиграем немножко, я хуй знаю. Тыкай смекалка. Так, на пулики пошли на столовку, столовка работает. Бля, оттяни чуть-чуть. Бегайте, ребята, раздуплитесь там нахуй, снимитесь с ручника. Димон, закидывай в смекалку, блядь, он там должен дамажить начать. Ну. Или у тебя нихуя не апает, Саш? Ну, только химия апает. Мне почему-то кажется, мы близко стоим. Оттяни его чуть-чуть назад. Типа вот это лучше, вообще никак не апает. А Мили, стопнули. Ну ебать, кто там так, сука, блядь? Ебанская лыжа. Ну кто там? Ебанская, стоим в черепе. Чё, блядь? Провалено, агонист, ебать, тенефобия, блядь. Как можно, блядь, за ШП запиздить спор? Вот скажи мне, блядь. Сбейте. А чё? Мы вам падать на спор, блядь. Так, ну, как? У меня как второй. Можно, блядь, нахуй убить, сука, в ШП, блядь, спору, нахуй, без АУЕ, блядь. В смысле, он убил, это пар, блядь, или чё? Ну, да, спор убили. Падайте, просто стойте, падайте. Заходите все в мелизону, блядь, стопните хил. О чем ты? Тенефобия — это удар сокрушения. Никакой нахуй споры не убивал никто. Ну так спору, когда убиваешь, зеленая лужа появляется. Вот она, блядь. Блядь. У меня, блядь, пишет нахуй, что, блядь, этот. Что, чей-то ДБМ пишет, блядь? Фарина. Тенефобия. Тенефобия — это другая ачивка. Это, блядь, не попасть под эту соплю серию у него. А, блядь, то я проебал. Сорян, нахуй. Ну вот. А чё мне на ДБМ это написал? А чё лужа вон лежит? Так потому что ее когда в Ватнуса сказали, убили, блядь. Тоже потом разбили, не парьтесь. Блядь, это споры 50к нахуй, блядь. Можно, блядь, я не знаю, полчаса нахуй, блядь, не, бить и нихуя не будет. Ну смотри, не так, чтобы и пал. Хлоп и нет. Не, ну по факту в миле зоне, да, блядь, две бури крутанули, нахуй, пол столба пропало, блядь. Ну ДПС-а дохуя, Саня, ну вообще бурстанул 25 нахуй, блядь. А, я сейчас кое-что скажу. Это слабость, смертная повиновение. Димон, короче, который хаос. Короче, знаешь, как бей.
не юзай поджигание, вообще поджигание. Просто эмалейт и одними инсинерейтами ебашь. Вся твоя ротация будет. Так бы ты больше надамажишь. А что вообще, блядь, скажите мне, по жизнеотводу регает ману, нет? Нет, он ничего не регает. То есть, вообще, блядь, как закончится мана, все пиздец. Надежда только на миликов, да? Да, ну она не заканчивается, то есть, вообще. Я устаю, ну вот у хилов, если что, заканчивается. Ну хилы, да, типа. Потому что они не в луже, типа, кастуют. Ну тут надо, на самом деле, как бы распределять хилов, типа, чтобы они по очереди хилили. Угу. Ну, смотри, можно сделать со старту, пускай хили там Ладомир, и, например, там Эшер. Да, нет, Кирюх, на самом деле, давайте просто сначала хотя бы... Попробуем, ну, так? Ну, если упремся, да, в это, то, что у хилов, типа, мана кончилась, то разделим. А так-то, в принципе... Мы не от этого сейчас умираем там и лайкаемся. Ладомиру я объясню, как хилить нон-стопом, не сливаясь вообще по мане. Ну, этот он пишет, Егор, нам что-то регает ману, только хз что. Это джага. Не джага. Батарейка, значит, регает ману, хуй знает. Так а что батарейка, только на пати, блядь, работает? Так правосудие мудрости ретриком регает, блядь. Мне что? Вообще ничего не регает ману. Ну это джага есть правосудие мудрости. А джага, может, синяя, хуй знает. Ну, может, восполнение ретриковское, не? Может, у кого-то в талантах качало? Может, у кого-то, блядь, прёт? Я хуй его знает. Вообще ноль мана регена, ноль. А чё нам, блядь, ману ретриков? Правосудие мудрости у ретриков работает. Ну, вон, три ретрика, блядь, по регену маны. Чё-то им регенит. Упало, значит, работает тоже. Регена, значит, упало, только есть. Вон, правосудие мудрости, можно хилов поставить. А хули у какого молодца, у смекалки, у хантов, блядь, реген маны, схуяли, блядь. Ну, правосудие мудрости. И бьют в правосудие мудрости, нормально. Чё ты? Ты бьешь босса, на нем правосудие мудрости. Подожди, она от миля так только? Ну, еще? Конечно. Нет, да. Нет. Она хилит всех, у кого есть мана. Не, ману регенит. Ну, в смысле, имеется физические атаки, имеется в виду. А, ну вот, значит, только они физически, ну все, окей. Ну, безвредного тоже регенится, он 3-9. Давай сделаем, миллион плюсиков мне написали, я еще одну группу сделаю для 25-ки, и потом всех туда подобавляю. Ну да. После рейда. Кто захочет, в Телеграм так, добавить, стоп, сделаем персонаж. У меня какая-то хуйня на мониторе, бля, что за хуйня, тихо, блядь. Кто Вася, блядь? Слышно, там что дунуло, блядь. Хуйня, говорит, на мониторе. Понимаете? Макс, ты в окно там не выйди, блядь. Все, после этого мы его потеряли. Ну там Вася ему пояснил, кто он. Двоечку. Хуйня на мониторе, это он стрим этого суфа так называет. Так, кушайте рыбку, проверяйте бафы. Бать, нахуй, жучара на мониторе сидит, блядь. Ты так ебани его тапком аккуратно, только моник не разбей, блядь. Чё, майский? Майский же ходит. Орудия, ты тут? Хуй знает. Да, тут. Все были готовы. Столовка. Локи, сразу ТБМ-пул, дайте. Крест. Чтобы метку выносить сразу. Да, все порталы в крест поставьте, чтобы вам было проще выносить. Точно так же, как и маги. Там сразу развернулись, блин, кляп и все. Ханты отпрыгнули и все, отлично. ХПС мануль экономит, хорошо. Чё, Саня, тут нет? Я, да. Дай ДБМ пул. Чтоб сокрушение в миле не летело, нужно из красного кружка под боссом не выходить. Я завис, я вылетел. Дисконнект. Да, дисконнект. Пойдемте покурим. Отдохните 5 минут. А? Почему, блядь, я так настроен, такая хуйня происходит? Бля, ебаный сервер, нахуй.
Я собака срез. Ну вот. Ай, бля, ща выкинет нахуй. Пиздец, в натуре. Это типа из-за того, что я ренегат и я лидер, да? То из-за этого так происходит. А чё смотри, если я прям сейчас телевну, и вы мне пати дадите? Не-не-не, не работает. Да, у нас такая же херня. А у меня нормально. Ну я вот успел Максу отдать лидера, я не знаю. Макс, попробуй пати мне дать. А чё, какого хрена мне какая-то баба в Телеграме написала? О, всё, меня не выкидывает. Жуки, как это работает? Я так жена Телеграм запретит. Чё за херня? Где специалист по Телеграму? Конечно, так я фул бафнут. Чё за херня? Почему, когда я нажал на дога, у меня на нём перекрестие? Как прицел. Эфорина, постой, подожди. Не иди. Сейчас я попробую. А, цель заказа. Ну, я зашел, заходи. Нихуя. Заходите. Блядь, эти коты резнулись, да ну нахуй. Да, там чё? Есть локи, которые да около босса. Да ты их оббегать просто спокойно. Не получается, я вот попробовал. Как это, блядь? Ну я прям по стеночке шел, мне не получилось. Сейчас я попробую. А в десятке их вообще два вроде кота стоит, а тут четыре, может поэтому? Или мне? А, как-то... ну да, четыре кота, блядь. Надо убивать эти, получается. Или сумонить всех. Там есть какой-нибудь злок? Да, вот да. Ставили. Ну все, давайте сумоньте. Вон, дайте приступайте там, кто ливал. Вопрос получше. Есть у какого-нибудь танка ускорители вот эти инженерские? А, тут. Я тут. Да, я тут стою.
Серьез, ты тут? Да. Возле босса стоишь? Поставь Джефса где-нибудь в стороне. Сейчас. Сейчас. Вот это достаточно в стороне? Да, конечно. Во. Вон, а сейчас еще и баф, да, есть на часик, пиздатый. Типа на... Это серьезно? Да. Почему собака? Ну, так получилось. Он собака Гавайи, я собака, серьезно. А там у всех, блядь, нахуй так. Все собаки. Вначале, все собаки ебаные, блядь. Я только пришлось две...